Задержан и ряд сотрудников полиции Западно-Казахстанской области. В частности, водворен в изолятор временного содержания командир взвода батальона патрульной полиции. Полицейским вменяется систематическое получение взяток от нарушителей правил дорожного движения. По данным следствия, за непривлечение их к административной ответственности стражи порядка требовали от 2 до 10 тысяч тенге. Уголовный кодекс предусмотрен максимальная мера наказания в виде 12 лет лишения свободы, либо в отношении них может быть применен кратный штраф.